13 февраля я был на приеме у губернатора нашего. Проходила встреча, там были приглашены на встречу все председатели районных общественных объединений воинов-уганцев. Вот. Ну, встреча прошла в дружественной обстановке. Были вручены в торжественной обстановке нам медали 30 лет вывода войск. Вот. Потом было неформальной обстановке, была возможность задать вопросы как председателю облсполкома, так и помощнику президента, и замам, и генералу, который там присутствовал. После того в драматическом театре у нас была еще раз торжественная часть и концерт. И там, на этой, когда нас рассаживали по местам, меня остановил афганец, назвал по имени, говорит: «Я Серега», говорит: «Миша, ты меня не помнишь?» Ну, не было времени пообщаться, говорит: «Давай после концерта пообщаемся». После концерта оказалось, что когда передавали сюжет обо мне, он узнал меня по боевых действиях, которые проводились в Кундузе. Оказалось, мы 40 лет назад вместе с ним участвовали в боях в Кундузе. Поэтому такая встреча была незабываемая. Я приехал домой еще с Гродно на таких эмоциях. Кажется, все во мне дрожало, потому что, ну, 40 лет жили недалеко один от одного, 100 километров каких-то, и не знали. Это было незабываемое.